Друзья, я расскажу вам, как сделать хамон из бараньей ноги. Сначала мы выдерживаем ногу в соли из расчета трое суток на 1 кг веса. Затем обсыпаем специями для того, чтобы придать более тонкий аромат нашему хамону. Специи вы можете выбрать на свой вкус и необходимо попасть на каждый участок мяса. Затем нужно привязать нитку для того, чтобы нам было удобно ее вывешивать. Затем ставим дату, чтобы понимать, как долго она находится на вызревании. Начинаем вывешивать наш хамон. В камере должна быть температура плюс 2, плюс 6, постоянная циркуляция воздуха и влажность 75%. Срок вызревания приблизительно 35 суток, после чего вы можете ее пробовать и употреблять в пищу. Приятного аппетита!